Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. На дворе 26 апреля наступила Страстная Седмица. Очень быстро прошел праздник Входа Господня в Иерусалим, и вот сегодня мы уже ничего не празднуем, но наступает день особых скорбных переживаний. В эти дни мы не думаем о собственном личном покаянии, уходит все, что связано с человеком. Во время служб в эти дни не поминаются святые дня. Все сосредоточено на голгофских страданиях Христа. Мы по-разному подступали к этой теме. Мы говорили и о самой символике, и говорили о тех притчах, которые рассказывают в последние дни земной жизни Христос. Сегодня бы нам хотелось поговорить о событиях Голгофы с точки зрения пророчеств, которые были произнесены некогда о этих событиях. Говорить будем об этом с нашим гостем, клириком Кирилла Мефодиевского собора, с отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, отче. Здравствуйте. Мы буквально несколько передач назад встречались с отцом Максимом Кокаревым, когда мы говорили о пророчестве в контексте праздника Благовещения Девы Марии, ну и говорили о пророчестве в такой связке с прообразами. Пытались развести два этих понятия, и лишь так покасательно и вообще коснулись самого пророческого дара, его содержания и сложности его трактовки. С пророчествами мессианскими все обстоит несколько сложнее. Вернее, так скажем, для христианина, который знает Библию в синодальном переводе, который знает Библию в толковании пастыря, все достаточно просто. То есть ему все разъяснили, ему сказали, где что означает. Вот. Иногда встают какие-то моменты сложные, когда, например, мы видим, что одно и то же мессианское, как нам, христианам, кажется, мессианское пророчество, толкуется, например, разными там, пасторами, разными конфессиями. Мы видим разные изводы Библии, разные переводы. И тут уже все становится несколько сложнее. Поэтому мы сегодня, конечно, в идеале, мы должны поговорить о том, как пророки ветхозаветные о событиях голгофских говорят. Но для начала нужно в целом, наверное, разъяснить трудность перевода и тему вообще вот этих вот самых пророчеств, потому что, так как это нечто визионерское, нечто трудноистолковываемое самим пророком, потому что он, ну, там часто фигурируют такие фразы, да, «и видел я как бы, словно бы», но сам пророк до конца не разъясняет, не понимает для себя, что он видит, он пытается это как-то на язык понятной повседневной культуры перевести, то видение, которое ему открывается. Поэтому давайте мы вот начнем с каких-то вводных вещей, а потом постепенно, я думаю, мы перейдем к тем пророчествам, которые явно исполнились на Христе в период Голгофы. Ну что же, да, давайте я для начала пропою свой всегдашний припев, что у меня как у преподавателя есть профессиональная деформация, и поэтому действительно давайте поговорим сначала о терминах. То есть, во-первых, действительно, давайте начнем прям даже не с самих текстов, а с исходной позиции читателя. Потому что, ну, давайте не будем себе льстить, хотя я, конечно, в качестве педантичного зануды процитирую восходящее к иудейской традиции определение, что пророк — это тот, с кем говорит Господь. То есть в этом случае каждый из нас — это пророк, потому что мы же все как-то оказались в церкви, мы как-то услышали этот голос и пришли в нее. И, соответственно, вот... Ну и больше того, по-моему, апостол Павел как раз неоднократно подчеркивает и в послании к Тимофею вот наличие пророческого дара у каждого христианина, что ему некий отголосок сообщается. И в этом смысле пророки все. И поэтому отчасти будет достаточно таким живым примером обратиться к собственному опыту и посмотреть, вот насколько, когда Господь говорил с нами, нам было понятно. То есть, оглядываясь, мы понимаем, ну так это же было вот про... Но хорошо бы это понимать вот в тот момент, когда. Второй момент, тоже очень важный, это позиция по отношению к тексту. То есть, если совсем упростить,
то это текст умнее меня или я умнее текста? И вот это вот тоже очень важный момент, особенно это видно, если человек пытается пересказать текст. То есть вот он прочел, он его пересказывает, и мы прям видим не столько текст, сколько самого человека. Это тоже такое очень интересное духовное упражнение. Вот если кто духовно крепок, может свидетеля призвать, прочесть вслух отрывок из Писания, вот первый попавшийся, потом его пересказать, потом открыть и еще раз прочитать. И вот эту, в этот момент будут видны как раз все зазоры. И в этом плане я, опять же, как преподаватель, рискну сказать следующее, что перевод — это всегда интерпретация. И если человек не читает Библию на древнееврейском языке, вот, ну, это даже древнее, чем латынь. Вот где связь между латынью и современными, там, скажем, романскими языками, ее проследить можно. Точно так же, как связь между церковнославянским и современным русским при некотором усилии. Но вот сказать, что прям все-все понятно, я бы не рискнул. И, соответственно, тот, кто читает, а я боюсь, что, ну, разве что профессиональные преподаватели древних языков могут как-то ориентироваться в подлиннике, все остальные читают в переводе, что уже есть некое толкование, некая интерпретация. То есть сразу констатируем, что, во-первых, мы получаем не перевод смыслов, а заданную интерпретацию, а с другой стороны, это, кстати, и хорошо, потом мы коснемся этого. Ну, давайте сейчас мы коснемся этого. Если педантично занудствовать, то прям первые слова Библии, что вначале сотворил боги. То есть, либо мы умнее текста и говорим, ну что же у вас древнейшие не согласовано, подлежащие со сказуемым? Вы уж тогда уж вначале сотворили боги или вначале сотворил Бог? Но вот там написано вначале «сотворил боги». То есть как? По иудейской интерпретации это знак уважения, ну, как мы сейчас говорим, как вы себя чувствуете, да? И эта форма вообще, можем ли мы сказать «ты вышестоящему»? То есть в нашем языке, в нашей культуре это и по сей день невозможно. Да? Либо же это, как в толковании отцов, указание на Троицу. То есть сотворил, то есть это указание на единство, а боги — это как раз совет привечный, сотворим, говорит Господь, обращаясь сам к себе, и мы уже здесь наблюдаем интерпретацию. Вот вопрос. Если мы это издадим, вот прямо в Библии, как вот в буквальном переводе, прямо с подстрочником, что будет от этого, чего будет больше, пользы или смущения? И вот тут, опять же, тоже, как вы совершенно правильно сказали, а может, лучше не трогать сложный священный текст? Ты приходи в храм, там большая умная книга лежит на подобающем месте, она застегнута плотно, чтобы случайно не расстегнул ее никто. И тебе прочитают кусочек, и чтобы ты не ошибся, тебе его же еще и истолкуют, что это надо понимать вот так, а это надо понимать вот так, а это надо понимать вот так. Потому что, если мы посмотрим, вот постепенно мы, наконец, подбираемся к теме нашего разговора, а пророчествах о Мессии, то есть почему его иудеи-то не узнали? Потому что там признаки вроде бы есть, но с другой стороны их очень трудно правильно проинтерпретировать. Ну, то есть, если мы возьмем самое простое, то, ну, например, от Египта воззвах сына моего. Вот, ну, тут ошибиться невозможно, из Египта он придет. Но это же не сущностная характеристика, а не более чем случайность. Ну, просто можно было бежать в Египет, можно было бежать куда-то еще. То есть, ну, там речь была просто в протяженности между вот, желающим убить тираном и родившимся мессией. То есть, ну, на, вот если мы посмотрим на существенные моменты, это то, чем я обычно семинаристов мучаю. То есть, мы сначала открываем Библию и говорим, я им говорю, давайте найдем послания и пророчества, которые вот обращены в будущее, и как мы узнаем Мессию. Вдруг оказывается, что очень трудно его узнать. И в зависимости еще от перевода и от толкования у нас либо обостряются вот эти мессианские ожидания, либо нет. И при этом всегда можно еще сказать, что, ну, вы не так трактуете, потому что действительно, как совершенно справедливо было вами указано, ну, мы читаем один и тот же корпус священных текстов. И мы, и протестанты, и католики, иудеи, в случае с Ветхим Заветом, и мусульмане, касательно отдельных частей Библии. То есть получается, как же так? Мы читаем одни и те же тексты, а делаем разные выводы. Ну и здесь я рискну сказать, что вот тот христианин, которого вы описали, который знает синодальный перевод, ну как бы вот...
Простите мою профессиональную деформацию. Я наблюдаю семинаристов, которые должны вроде бы за пару-тройку лет прочитать Библию очень внимательно и неспешно. И то у них случаются сбои в случае с вот, даже синодальным переводом, не говоря уже об обращении вот, к серьезной филологической работе. И также, опять же, если мы говорим о науке и о подходе к тексту, у нас, получается, наличествуют разные, и я бы не сказал взаимоисключающие, но очень широко смягчающие или смещающие и вовсе акценты, ну, в любом моменте. В частности, вот если мы говорим о мессианских пророчествах сегодня, то о мессианских пророчествах. То есть, вот я вот принес с собой три книги. То есть это три перевода Библии. Первый перевод Библии — это синодальный, потом Библия, современный русский перевод, и Библия, изданная Библейским богословским институтом, Библия в современном русском переводе. И вот мы можем просто открыть и посмотреть. То есть это два русских перевода? Два русских перевода, вышедших не так давно, прям вот. И вот синодальный перевод, классика. Но при том, кстати, замечу, простите педантичного зануду, он появляется в конце 19 века. То есть вот у нас была Елизаветинская Библия, Библия, изданная в правлении императрицы Елизаветы, и мало кто ее прочел полностью, и тем более свободно в ней ориентировался. То есть читать псалтирь и читать, как вот Иван Федоров отпечатал, апостол Апракос и Евангелие Апракос, то есть даже не все, а в богослужебных отрывках. То есть понятно, что там не так уж и много исчезает. Но просто уж если по отрывкам, то какие-то строчки связанные. Или, кстати, перспективы. Ведь это тоже очень важный момент. Порядок притч, как Господь их рассказывает. Ведь они же выстраивают и контекст. То есть если мы будем иметь в виду, что это сказано после притчи о десяти девах, а вот это сказано перед повествованием о кончине мира, то мы понимаем, что Господь тоже вот это все излагает не случайно. Как говорит Василий Великий, полагать, что в Писании есть случайные слова, есть опасное богохульство. Вот, но в случае с Евангелием, вот опять же вопрос, не только перевод является интерпретацией, но и даже одно дело, если бы Христос сел условно, да, с пером, и написал бы. А другое дело, что это у нас есть четыре евангелиста, и четыре евангелиста даже в некоторых вещах между собой, ну, сходятся в главном смысле, но, например, в последовательности очень легко там путаются. Например, у евангелиста Иоанна изгнание из торгующих из храма помещено в начале Евангелия, там, по-моему, в третьей главе, хотя как событие оно произошло ближе к концу земной жизни Христа. И мы говорим, что евангелист в данном случае не хроникер, вот, а пытается выстроить некий... ну, то есть, как есть название книги, да, тематическое, а есть смысловое. Тематическое отражает общее содержание книги, смысловое — главный ее посыл. Вот Евангелие от Иоанна главным образом строится вокруг смысла голгофских страданий, прихода в мир Спасителя, воскресения и так далее. Ну, впрочем... Нет, это вот очень важный момент, который действительно очень я не сказал. Спасибо за реплику. Мы же еще смотрим на это из предания. Потому что если спросить, а откуда мы знаем об Успении Богородицы, то это тоже хороший вопрос. Вот, пожалуйста, синодальный перевод. Где здесь Успение Богородицы? А его здесь нету. Ну, там ее Рождества нету, там и введение вот, ее нет. Да вы прям срываете покровы вообще, да. Но источник мы вам не назовем. Откуда мы все это знаем? То есть правильный ответ, конечно, из предания, которое, собственно, и структурирует наш взгляд. То есть всегда можно было спросить у того, кто написал. То есть у апостола же Павла можно было спросить. Апостол Иоанн, уже упомянутый, написал свое Евангелие в дополнение. То есть он не ставил целью написать от и до свою версию, как это сделали до него Матфей, Марк и Лука. А он говорит, ну я желал дополнить из того, что не сказано. И, кстати, вот в самом богословски глубоком Евангелии притчи-то и нет. Или, опять же, тот маленький нюанс... У Марка в повествовании есть упоминание о том, что вот избылось реченное пророком, что храбрейший из храбрых убежит нагим в тот день, когда речь шла об аресте Спасителя в Гефсиманском саду,
И вот некто следовал, значит, за римлянами, они попытались его поймать, ну, собственно, этот некто пытался узнать, куда ведут Господа. И поскольку, ну, Палестина место жаркое, спали тогда просто нагишом, и он там во что-то завернулся и спал на земле. И вот в эту же простынку завернувшись, он крался, римляне пытались его поймать, и ему пришлось бросить свое покрывало и убежать. То есть, получается, он был самым храбрым по факту, потому что он единственный пытался выяснить, куда же Господа уводят, и он убежал нагим в тот день. И кто же это? И, соответственно, у нас в предании есть версия, что это Иоанн Богослов, но многие толкователи указывают на то, что только евангелист Марк об этом повествует, то это был, собственно, сам евангелист Марк. Ну вот, а как мы это еще вот реконструируем? И заметим, в Евангелии очень часто говорится «от Писания говорил». Угу. И доказал им от Писания. Ну вот когда, например, апостолы идут, скорбят о том, что Господь умер, им встречается другой некто, который им от Писания доказывает, что Господу надо было пострадать. И вот это же очень неочевидный момент, потому что если мы читаем по отрывочку, ведь это тоже наиболее безопасно, наиболее правильно с точки зрения религиозной безопасности, что вот по чуть-чуть. Но, с другой стороны, читая по отрывку, мы упускаем перспективу. А ведь получается, что практически вся жизнь Господа – это непрерывный путь к Голгофе. То есть все начинается с избиения младенцев, и, соответственно, его хотят убить, арестовать, смутить, скинуть со скалы, побить камнями. Да. Это не мультяшный такой Иисус из детской Библии. Да? То есть понятно, что детям, наверное, не надо рассказывать прям вот во всей полноте эти подробности. Но в целом, те, кто читали действительно синодальный полный перевод, в перспективе они это видят. Просто очень часто случается, что человек не смотрел вот просто по главам, как развиваются события. То есть он читал главу, углублялся в нюансы. Ну и, соответственно, давайте, чтобы не быть голословными, рассмотрим, наконец, вот самый известный момент, да, то есть ветхозаветное Евангелие. Вот мы открываем. Это Бытие 3.15. Вот синодальный перевод. Итак, Бытие 3.15. Да, жене сказал, и вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Итак, современный русский перевод открываем. Также Бытие 3.15. И что же мы тут находим? «Тебя и женщину я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу, сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пету». То есть в этом случае, смотрите, перевод смыслов-то вроде как сохранен. Угу. Но вот тут-то мы видим мессианский момент, сейчас я поясню. Ну и, наконец, вот Библия в современном русском переводе. То же самое, книга Бытия, 3 глава, 15 стих. Итак... Да, 3.15. «И сделаю так, что между тобой и женщиной вражда воцарится, и между потомками вашими продолжится. Ее потомок будет разить тебя в голову, а ты его в пету». Угу. Причем здесь слово «потомок» написано с большой буквы, а ты его, опять же, с большой буквы «его» в пету. То есть тут вот такой срединный вариант, да, то есть перевели буквально, и вот тут же, опять же, в примечании, вот если в современном русском переводе нет, то в Библии, в современном русском переводе, изданном Библейским богословским институтом, эта оговорка есть, там, сносочка буквально между семенем твоим и ее семенем. Но тут... Давайте проясним для наших зрителей, потому что далеко не все читали. Да. Этот текст относится к кому? Да, что, скажем, что это прощальная речь, условно говоря, да, Господа Бога при изгнании перволюдей из рая, и эта фраза относится к... явлению Спасителя, который все это исправит. Да, то есть вот этот вот самый потомок, которого он будет поражать, кого будет поражать? Он будет поражать змея, то есть это слова относятся к нему, да, что он будет стирать голову змея, а этот самый змей будет жалить его в пету. Вот, вот то, что мы с вами сейчас услышали. Угу. Ну, а поскольку, опять же, если педантично занудствовать, то по-гречески семенем ее, это, ну, семя по-гречески сперма. Угу. То есть, получается, семя женщины у нас обретает вообще как квадратный круг, как вот что это –
Угу. То есть и христиане понимают это как непорочное зачатие. То есть, как бы, угу. А вот сперма женщины это как? Ну, это вот то, что без участия мужчины родился Спаситель. И смотрите, вот у нас есть перевод, который нам сообщает интерпретацию. Есть перевод, который предлагает нам вообще просто, вот, ну, как слова стояли, так их перевели. И ведь, заметим, переводчик-то не согрешил, потому что он не добавил от себя. Просто исчезло вот это вот между семенем твоим и семенем его. Ну, и с другой стороны, это тоже правильно, мы находимся в состоянии вражды с дьяволом с момента крещения. Когда либо от имени нас дунули и плюнули на начальника гордыни и отца лжи, что, конечно же, горделивый бывший херувим не простит. И тогда получается, что вот это просто про нас. Угу. И тоже заметим, у нас даже нету точных свидетельств, что Моисей имеет в виду. Потому что я встречал, например, даже такое толкование, что будто бы можем аллегорически толковать, что Адам — это тело, а Ева — это душа. То есть сначала мы все-таки даем согласие на грех внутри себя, в мыслях, и только потом тело согрешает. Но тогда, получается, мы вообще не знаем, откуда мы, кто такие прародители, потому что это аллегории вдруг оказывается. И тогда получается, с другой стороны, приходит другой педантичный зануда и спрашивает, а вам правда интересно? То есть, откуда вы и как звали первых людей? Вот. Как это коррелирует с вашим спасением? И тоже очень важный момент, это просто в качестве такого дополнения. Я хотел бы обратить внимание наших телезрителей на то, что, смотрите, из сада Эдемского Господь изгоняет Адама и Еву, обещая им Спасителя. И заметим, финальные события Евангелия также начинаются в саду, когда Господа берут под стражу, тоже из сада изводят, и он потом вот своими страданиями возвращает людей в рай. Ну, то есть, вот тоже такой хороший пример о том, что нужно внимательно читать Писание. Смотрите, вот в саду все началось, и через сад, опять же, то есть сад как такой очень важный смысловой момент в этой истории, мы встречаем еще раз. Причем в этом усматривается некое, ну, мы назовем в кавычках, да, случайное стечение обстоятельств. То есть, условно говоря, не подгадано. Потому что очень часто, условно говоря, обвиняют, например, того же Христа. Говорят, ну вот, он же знал Писание, он же как бы плоть от плоти еврейский народ, соответственно, он вступил в свое время в возраст бар-мицвы, изучение Священного Писания, он его знал, знал пророков Танах, он знал Писание, Тору, он знал, как вообще все должно произойти, и, условно говоря, взял и вот так вот все подстроил. Вот. Ну и понятно, что, допустим, к каким-то вещам это можно было бы с оговоркой отнести, но, например, тот факт, что жребий мечется о его одеждах, тот факт, что предается он за 30 серебряников, об этом за несколько веков было пророчество, тот факт, что его арестовывать будут именно в саду, тут он никаким образом не мог на это повлиять. То есть в этом смысле косвенно подтверждается... вот эти некогда предреченные вещи. Отче, у нас не очень много времени, мне бы вот хотелось все-таки к Голгофе поближе. Может быть, вот именно про... чтобы нам как-то осветить именно Страстную Седмицу. Вот пророчество страданий Христа ярче всего отображены в книге пророка Исаии. Да, знаменитая вот. 53 глава. 53 глава, и ну вот мы с вами вчера обсуждали до сегодняшнего эфира тему того, что, например, вот евреи именно эту часть да, мессианских пророчеств не разделяют, что она исполнилась на Христе, считая, что тот, о ком там говорится, это народ израильский. Ну, иудаизм до сих пор ждет Мессию, то есть они не отказались от мессианских ожиданий, они просто сказали, что Христос — это не Мессия. Вот. Поэтому, может быть, вот поближе к Исаии тогда. Что вот с Исаией? Трудности перевода, неверность интерпретаций или как? Как мы... Ну, и то, и другое, и третье. То есть, во-первых, действительно, если мы переводим текст, мы всегда утрачиваем некие смыслы.
изначальное. Ну, как, например, вот вначале сотворил боги. Ну, то есть давайте мы не будем смущать людей и действительно дадим вполне себе православную интерпретацию. Потому что семинаристы от них это не скрывают. Как только приступают к изучению Писания, им сразу выдают и греческий текст, и латинский текст. Mm-hmm. А для усердствующих нетрудно найти и иудейский текст. Другое дело, что в Писании, вот для домашнего использования, да, то есть это же тоже такой извечный вариант, а давайте сделаем Писание понятным. Потому что вот мы читали кандон Андрея Крицкого и будем его читать, кстати, на Страстной Седмице, вот будет Мариино Стояние, он будет прочитан еще раз. Но ведь его же не понять, даже если мы его переведем на русский язык. Кто угу. такие Офни и Финиес? Кто такой Раваам? Что там происходило с Аароном, выжигавшим огонь? То есть интуитивно понятно, что не ужин он себе подогревал. Но это был какой-то момент сакрального возжжения огня. И если нету вот этого, как вот вы сказали, что действительно каждый должен при достижении сознательного возраста изучать. И вот в этом плане действительно надо изучать, надо смотреть, не надо бояться, надо смотреть на версии. То есть вот, пожалуйста, вот такой-то толкует вот так, вот такой-то толкует вот так. И повторюсь, вернусь к первому нашему, к началу нашего разговора, каждый из нас пророк, потому что каждому из нас обращается Господь. И мы должны интерпретировать старые тексты и писать текст нашей жизни. Господь от нас этого требует. Он говорит, исследуй пути древние, где есть путь верный, исследуй ему. Угу. Ну и, соответственно, вот, да, действительно, можно поговорить и о 53 главе, но, полагаю, уже не сегодня. Нет, еще есть у нас возможность, угу. буквально несколько минут, ну, хотя бы закинуть мостик. У меня вот возникло как раз предложение, потому что понимаю, что если время на сегодня у нас потихонечку заканчивается, в контекст Пасхи нас тоже может вернуть угу. к разговору о пророчествах, потому что воскресший Христос является, например, тому же Луке и Клеопе по дороге в Эммаус. И толкует, и вновь возвращает их вот к Писанию и к пророкам. Поэтому, может быть, мы в следующий раз с вами встретимся, чтобы продолжить эту тему. Да. Но вот все-таки про Исаию очень важно же нам понять. На Христе-то исполнились пророчества вот именно в контексте Голгофской жертвы? Или это всего лишь форма нашей, ну, как бы такой интерпретации? И получается, что не так уж и важно, исполнились ли на нем пророчества, а важно, что действительно пришел в мир Спаситель, действительно он пострадал, и неважно, было ли это как-то предречено раньше или нет. Ну, во-первых, это было однозначно предречено раньше. То есть угу. Господь, вот даже вот мы читаем книгу «Бытия», и мы даже ее до конца не дочитали. Всего лишь 3 глава, самое начало. 3 глава, 15 стих. И он уже обещает, что придет тот, кто сотрет главу змея. То есть он пока не рассказывает, как. Он пока не рассказывает, что при каких обстоятельствах произойдет, и что вот это будет в саду. Да? Он не говорит, посмотрите, вот вы сейчас в саду, и вот в саду будет также положено начало финальной главы вот того, о чем я рассказываю. И весь Ветхий Завет, он полон обетований, что, ну, во-первых, что пострадает, во-вторых, что понесет грехи всех, что один пострадает за всех. И тут я обратил бы ваше внимание на интересную такую интерпретацию, когда евангелист Иоанн повествует о том, когда Каиафа сказал, пусть лучше один погибнет, чем весь народ пострадает. То есть что имел в виду Каиафа? Он имел в виду, что текущая политическая ситуация говорит о том, что если римляне двинут религионы, мы не продержим. Что, собственно, и произошло. Император Веспасиан, будущий тогда просто полководец, осадил Иерусалим. Сын его, когда император был избран императором, закончил осаду, разрушил храм, всех перебил. То есть Каиафа и как политик это все провидел. Говорит, давайте не будем злить оккупантов. И апостол Иоанн пишет, и он это сказал не потому, что он был пророк, а потому что в силу должности на нем почивал дух. То есть он не был святым человеком, в смысле вот знакомство с Духом Божиим как личного опыта, а он был наделен должностью, и Господь по должности первосвященника даровал ему пророческий дар. И он сказал, сам не понимая, что сказал. То есть в этом плане, смотрите, вот у нас есть, когда Господь говорит к нам, и мы не понимаем, а бывает, что персонажи в Писании говорят и сами не понимают, что говорят, когда Каиафа оказался пророком. Поставим многоточие, потому что время на сегодня у нас подошло к концу. В следующий раз мы будем говорить о том же самом, о пророчествах, но уже в контексте Пасхи, воскресения Христова. Присоединяйтесь к нам. Храни всех вас Господь.